Вы на канале 18 соток, и сегодня расскажу вам о перце остром под названием Jamaican Red Scotch Bonnet. Родиной этого сорта является остров Ямайка. Этот сорт дает очень красивые, интересные плоды. В незрелом виде они выглядят вот так. Когда созревают, меняют свой цвет от зеленого до красного. Очень интересные формы плоды, формы шляпки. Куст высотой около 50-70 сантиметров. Сорт очень любит обильный полив и достаточное количество солнечного тепла и света. Созревает этот сорт за 90-100 дней. Пища употребляется в свежем виде, а также как приправа в кулинарии. Очень подходит для консервирования овощей. Вот так выглядит зрелый плод в разрезе. Толщина стенок около 2-3 мм. Тоже очень сочный, приятный на вкус. По остроте сковила этот сорт достигает от 100 тысяч до 230 тысяч единиц. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, будем знакомиться с другими сортами острого перца.